чего, привык. Может, еще одно дело принести? Не, не надо, иду смотреть апартаменты. Иди гуляй. Что, квартиру получил? Ну да! Квартиру, комната. Строится, строится! Быстро! Всем в стенке! Ключи положить, да не бросать, а положить! Быстрее, быстрее! Здравствуйте, Николай Николаевич! Николай Николаевич, почему ваши дети болтаются в коридоре? Вам что, звонок не относится? Ребят, немедленно в класс! Есть, слушаю. Озаряла его комнату. Он взглянул на часы. Было без четверти три. Сон у него прошел. В это время кто-то с улицы взглянул в окно и тотчас отошел. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Раздались незнакомые жаркающие шаги. Дверь отворилась, и на пороге возникла фигура женщины. Кто это вы здесь в потемках? Экономите? Что это такое? Оборудование для менеджерского. 120 мегабайт на Винчестерском накопителе. Представляете, а? Вы что, не видите, что мы занимаемся? Вижу. Ребята, все носи сюда. Немедленно убирайтесь отсюда. Хорошо. Не обращайте внимания, ребят. Ставьте на каждый стол. Аккуратненько, аккуратненько. Ну что ж, поговорим в другом месте. Окей. Николай Николаевич, дорогой, мне кажется, что вы, как человек искусства, излишне драматизируете ситуацию. Ну, что страшного случилось? Ну, не может же в самом деле дорогостоящее оборудование торчать в коридоре. Да вот же, где оно самое дорогостоящее оборудование. Ну, вы же педагоги. Ну, неужели вы этого не понимаете? Понимаем. Для этого вас и держим. Давайте, воспитывайте, облагораживайте, истончайте души. Николай Николаевич, давайте откровенно. Мы же все-таки не музыкантов готовим, а бизнесменов. Вот когда вы работали в музыкальном училище, тогда ваш предмет был главным. Но вы же там не сработались. А у нас главное – менеджмент и маркетинг. Ну, конечно, я понимаю. Раньше вы воспитывали строителей коммунизма, теперь строителей капитализма. А в результате получается одно и то же. Жлоб, невежда и вор. Давай сюда. Сколько, говоришь, мегабайт? 120. Отцвели уже давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце больно. Мамочка! Родная моя! Дайте поцелую! Папа! Давайте открой! Так, здорово! Доченька! Поздравляю! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы кого? Вселяться! А, Старухину комнату, что ли? Не знаю, тут написано 18 метров. Верка, Старухину комнату приехали вселяться! Комната опечатана! Пианино обоссали, гляди! Ну, я не знаю, но вот ордер же мне дали. Вот, смотрите, ключ. А, распечатаем, заходи.
Заходи. Вот, пожалуйста, заходите. Это ваша квартира. Вот тут она, эта бабка, как раз вот и жила. О, елки-палки, ты откуда паразит взялся? Это же ее котяра. Это как раз кот нашей бабки, которая померла и жила в нашей квартире. Главное, год бабки нет, год его не было. И вот на тебе, пожалуйста, объявился. Главное, жирный какой. Ты посмотри, какой жирный. Как будто на мясокомбинате тебя откармливали. Боров какой. Как же ты сюда попал? Олегана, как прощалась, сказала, все, оббегалась я, отдохнуть пора. А мебель, говорит, Верочка, все тебе завещаю. И люстру, да. Потому что, говорит, вы мне как родные. Родней-то никого нету. Тарохов, кресло-то куда нести? Давай сюда. Пап, а это куда положить? Сама не соображаешь, маленький. Я сюда занесу, да? Да, 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 сюда, сюда. Пункт проката. Ого, концерт для вермишели с оркестром. Да. А зачем вам столько инструментов? Мы на фабрике работаем. Раздай, Октябрь. А ты что, музыкант, что ли? Ну. За здоровье Николая Николаевича, моего соседа и коллеги. А теперь за другого моего соседа, за Ивана Кузьмича. Ты знаешь, какой он рыбак? Угри ловит в канале Грибоедова. Правда? Да. Сейчас принесу маринованных. Давай. Не надо! Почему? Потому что они у тебя говно воняют. Ладно, дед, все мы в говне живем. Так что давай, тащи своих угрей. А я вот угрей не очень. Нам, знаешь, до 83-го года этих угрей пайке давали. Так я их шоферу отдавал. Я человек простой. Мне бы тараньку пососать бы. А, то-то вы насосались за 70 лет со своими партбилетами. Эй, чего? А из вашей партии еще долго КЧП вышел. А вот мой партбилет всегда при мне. И умру вместе с ним. Брось эту школу свою нахер. Что тебе эти тошнотики? Придешь сам на фабрику, нам настройщики во как нужны. Каждый вечер играем, и каждый день пьяные. Покойница. Соседка моя. Надо будет, наверное, папа позвать, комнату осветить.
Интересно, куда оно делось? Кто оно? Да старуха твоя. Ты известно куда? На кладбище. Ладно, тварь какая. Как была заразой при жизни, так я ее осталась. Вот так шкаф. Ну-ка. Видал? Ух ты! 20 лет живу тут и даже не знал, что можно на крышу выйти. Вот так она и шастает с кладбища сюда. Ты хоть хоронил ее? Как я мог хоронить? Пропала и все. А может, она и не умерла? Что же она, живая сюда летает, что ли? Это ерунда. Мужики, чувствуете, как потеплело-то? Правильно, мужики. Пошли, добавим. Ребята, который час? 2:06. Я смотрю, у вас тут вовсю ночная жизнь. Слева вон лестница пожарная. Пошли на лестницу. Парень, что это? Дикобраз. Лучше б спали вообще. Не выношу, когда бренчат на разбитом ящике. Закроются, опоздаем. Мужики. Тихо, не все сразу. А я задом не могу полезть. Ребят, здесь ступеньки не хватает, гляди. Куда дальше-то идти? Вот здесь спуск, иди сюда. Ну ты хоть на руки не наступай. Да правда, потеплело. Тихо! Вы подождите, ребята. Тут пиво ларек стоял на площади. Помню, как в школу идем, по кружке пиво выпивали. Раньше ж пиво было. Тут меня каждая собака знает. О, ребята, это валютник. Пошлясь. Погоди. Почему это я русский человек, работяга? Что, я не могу в своей стране кружку пива, что ли, выпить? Иди сюда. Верно говорю? Хорошо. Ну что, мало? На еще. Опять мало? Видал, как к русскому человеку относится? Еще не раз партию вспомните. Вот при нас такого не было. Не было. Вот все тебе даю. Что, этого мало? Ну нет у меня твоих долларов вонючих, нету. Так что теперь мне это интересно, пиво что ли не пить, ну? Смотри, картавый за валюту сошел. О, а у меня тоже есть. А я вообще только их и собираю. Отличное пиво. Давно такое не пил. И тут ваши марки обошлись. Надо будет завтра с бедочком сюда навернуться. А что, если б не телебашня, и Богу не узнал бы своего района. Если б знали бы, как мы дороги, петербургские вечера. О, такси, стой, тачка, стой. Все, ребята, мы поехали. Давай, садись. Усадись давай. Все, пока, Горохов, до завтра. Коля, пока. Шеф, вперед. Садись, Федя. Я на метро. Да садись ты. На метро. Какое метро? Это уже четвертый час ночи, что-то закрыто все. Федя, поехали. Ну, да не дури. Ну, ладно, давай, ладно. Давай. Боже, Коля, я так рад, что ты к нам приехал.
Мне так не надоело это попьё, а ты, баба, а тебя сразу полюбил. Брось ты нахер, брось эту школу, я тебе говорю. Поступай к нам на фабрику музыкальных инструментов. Имя Луначарского, Красный Октябрь. Нам настройщики, во как нужны. Смену понастраивал, а ветер у метро. Стоп! Стоп! Что такое? Это выше моих сил. Vous avez fait ça? Pardon. Стоп, 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 а это плохо, не синхронно. Да вот такие плохие. Извините, директор. Вы же видите, у нас занятия, нет? Молодые педагоги должны сделать соответствующие выводы. Извините. Решением собрания трудового коллектива за поведение, несовместимое со званием педагога, выразившееся в систематическом нарушении преподавательской этики, детском популизме, поощрении пренебрежительного отношения к профилирующим дисциплинам, порче оборудования, составляющего материальную часть лицея, вывести из рядов преподавательского состава учителя музыкального и эстетического воспитания Чижова Николая Николаевича с последующей передачей освободившихся часов профилирующим предметом. Так хер ты с этой школой! Пойдем, я тебе такое покажу! Смотри! Искривляюсь! Ты чего это? Искривляюсь пространстве! Не понял. Искривляюсь пространстве, балда! Нифига себе! Ух ты! Чё ты стоишь? Давай сюда! Ну как, ничего не напоминает? Так это же... Верно! Вы в Париже, дорогой товарищ! С чем вас и поздравляю! Может, Коля? Может! Это же открытие века! Это черти что! Вот это да! Конечно, открытие века, а ты как думал? Боже мой! Боже, боже, боже мой! Слушай, так это надо ученых позвать, специалистов! Ты что, обалдел, что ли? Каких ученых? Ну так... Чтоб сюда поставили пограничный столб и нас с тобой под шубу по коленам, ты вообще соображаешь, что ты говоришь, нет? Никому ни слова, это мое искривление!
Скажи спасибо, что я тебя позвал, что ты благодаря мне смотришь все это, ты понял, нет? О, радость какая! Никаких ученых, вдвоем все поделим. Вот видишь, у них тут все по-французски написано, ничего не поймешь. Вот, гляди, Коля, видишь, работа не пыльная. Ручка крутит, иди сыплется. Привет. А духи у них-то дорогие. Ну ты посмотри, что делается. Ну, вся улица завалена, ну все есть. Покупателей нет. Ну кому это нужно, скажи. Вот раз, два, три, 10, 20, 30, 40 разных сортов. Ну все же сгниет, все же пропадет. Выбросит все. А попроси хоть кусочек, хоть грамм один. Не дадут. Народ такой, удавится. Французы же. Пошли. О, посмотри, какими бутылями пьет. А говорят, русские люди пьяницы. Так не все пошло. За мной. Вот, пожалуйста, с нашей меха, Сибирь. Это ж сколько нашего зверя извели, чтобы их не проституток одеть. Пошли. Вот, смотри, бандура какая. А попробуй поставь ко мне в комнату, тут же ослепнешь через месяц. Потому что облучение, Чернобыль. Поэтому они хитрые, никто ничего не берет, французы. Вон Харя, смотри, на него пахать надо, а он в кино. Изображаю. О, так это же я. Вот гады. О, вот лестница пожарная. А вон бар. А набережная где? Там набережная была. Все ясно. Ищем бар рядом с набережной. Да, Сельтик. Прозыри. Вон, вон наша улица. Там? Да. Ты уверен? А может так? Где? Там или так? Там. Черт, подожди. Ну все, прощай, Родина. Ну что вообще? Вон башня, оттуда же башня была видна. Да она здесь отовсюду, что ты. Кузьмич, погоди, ты как все попал? Через задницу. Бьешь через старухину комнату? Очень можно через им комнату шастать. Кузьмич, ты хоть знаешь, куда ты попал? Ну, Кузьмич, Я знаю одно. У меня в этом году впервые клюет. А вы мне мозги засираете. Идите отсюда. Так, куда нам идти? В задницу. Да я забыл, ты через тот переулок пришел. Мы заблудились, мне понимаешь? Дело. А, да? Вот стена, вот лестница, пожалуйста. Ты, ёлки, какой мотоцикл, посмотри! Слушай, они совсем зажрались, а? Такие мотоциклы выбрасывают, а? Коля, ну ты посмотри, а? Церкви понастроили, а в Бога не верят. Пойдем. Привет. Смотри, кто нас встречает. О, вот он где отожрался, сволочь. Ну, все, жди привидений. Я сегодня с этим привидением разберусь. Нагло ведь, зараза. Вот паразит. Гуляет, как у себя дома. За что ж ты его так? Он нам, можно сказать, открыл Париж, а ты его поливаешь. О, смотри, какая хреновина, а? J'aime flâner sur le grand boulevard. Я там дошел, за там дошел, за там дошел. А что, ты по-французски трёхаешь? Не, это песня такая была, и в Монтан пел. Justement, je vous attendais. Vous savez que la police est au courant de votre petite incursion de la nuit passée? Et d'ailleurs, les voisins pourront témoigner. Чего она хочет? Спасибо, говорит, ты же и вчера пианино настроил. Ну да. Да. Мадам! Пожалуйста, пожалуйста, это ради бога, это вообще не стоит благодарности. Ne faites pas les idiots. Chez vous en Pologne, vous pouvez faire les pitres, mais ici en France, daignez respecter les règles d'une société civilisée. Она что-то хочет.
Что может хотеть французская баба от русского мужика? Ты думаешь? Ну? Vous avez décimé mes plantes. Vous avez cassé mon rosier. Foutu le bordel dans mon atelier et causé des dommages de plus de 5500 francs. Venez voir, venez voir. Вот видишь, к себе зовет. Я же тебе говорил, пошли. Ты не робей меня, слушай. Vous croyez que ça se passera comme ça? N'y comptez pas. J'exige le dédommagement immédiat des dégâts que vous avez causés. C'est pas non. Regardez votre travail. Hein? Et ça, cette sculpture, c'était une vraie composition. Maintenant, comment je vais réussir à la réparer? La mort d'un chef-d'œuvre. Oh, да, отвратительно. Зато в постели они говорят. Лили, regardez, regardez, il y a des taches partout. Qui va? Hein? Qui va le nettoyer? Et ça, ça, c'est cassé. Ha. Вот как хочешь. Je peux même plus le repailler. Рак, да подевай. Alors maintenant, il va falloir le jeter. У, твою мать. Дорога, где ты? Верка дверь нашла. Все, я линяю. Так, слушай, Надя же изделие. Да аккуратнее будь, тут спит на каждом шагу. Где тебя черти носят? Сволочь такая, паскуда. Да вы сказали, что я с работы уж приходили. Слушай, так. Верка, я тебе что сейчас расскажу. Глазам своим не поверишь. Это откуда же нашел? Паскуда ты такая. Ну что, балдела, это же Николай с них крутит. Коля, покажись. Ну видел, дура, это ж Коля. Вернись, нет! Поросись! Ты руки еще раз пускай! Я тебе покажу, где я шляю! Глянь, ты такая, я в милицию дам! Mais c'est quoi cette bagarre maintenant, là? Qu'est-ce qui se passe? D'où vous sortez? Я не говорю по-французски. Vous parlez pas français? Я вас не понимаю. Ça suffit, j'appelle la police. Merde. Что? Подождите, я вам рояль бесплатно отремонтирую, только не надо полиции! Monsieur Clément, faites-moi les vacances, débarrassez-moi cet individu. Добрый день. Что вы? Откройте, отпустите меня! Вы меня не поняли! Старая ведьма. Здравствуйте, Марья Олеговна. Ну, как там на том свете? Соседи хорошие попались? Или такие жлобы, как мы? И не стыдно тебе, Мария? Как хотели занять, так Гороховы. Не отложку Гороховы, а Париж во! Только вас в Париже не хватало. Не все еще загадили. Только одну шестую часть света. Нечего вам там делать. А у тебя не спросили. Разрешите, мол, уважаемая Марья Олеговна, по Парижу прогуляться? И вообще, эта дверка теперь наша. Ага. Сколько захочем, столько и ходить будем. А вот и не будете. Это почему? А потому что окошечко-то закрывается. Врешь, старая. И вообще, что это? Как это может вообще оно закрыться? Если бы оно не закрылось, так я бы от вас еще в молодость туда ушла. Я тебя по-хорошему прошу. Ты скажи, когда закроется? Не скажу. Скажешь? Нет. Так, Верка, давай за ножницами. Сейчас твоему коту яйца резать будем. Мамочка, подержи его. Не сметь, не сметь, отпустите кота немедленно, не сметь. Последний раз спрашиваю, когда? Отрежем. Ну ладно. И, Сергей, читайте. Тут все указаны, годы и числа. Бонжур, бонжур, иди, окно закрывается. Ну так вот, закрывается, Париж закрывается, балда. Сейчас. А откуда ты знаешь? Старуха сказала, все там на стене написано. У нее ученый дед был астроном. Он все рассчитал, когда закрывается, когда открывается. Вон, видишь, дождь какой идет. А днем ни одной точки не было. Все получается, как старуха сказала. Вот сейчас полночь ударит, и все, и жди. Сколько ждать?
Не знаю, сейчас, через час закроется. Да ну чушь это! И какая ты чушь? Что закроется, тогда будешь знать. Ну а когда откроется? Через 20 лет. Как через 20? А вот так через 20. Ты понимаешь, что через 20 лет ни тебе, ни мне Париж не нужен будет. Написано-то было. То-то. Календарь-то другой был. Ну? Ну. Ты когда старый год справляешь? Я? Мы. 13-го. А вы качай с тряпками возиться! У нас там всё, про всё 13 дней осталось. Быстро собираться! Ой, как 13 всего? Мама, заканчивай! Сейчас, разбежал. Thank you.
комитета. Мы, ученики бизнес-лицея имени Савы Морозова, требуем: первое, вернуть уроки музыкального воспитания. Второе, вернуть столовую сладкие булочки с повидлом. Третье, разрешить курение на переменах. Ура! Николай Николаевич, дорогой, как хорошо, что вы к нам вернулись. Спасибо, большое спасибо. Деньги мне больше не понадобятся. Вот если бы учебник французского языка. А в каком смысле? Мне нужен учебник французского языка. А за какой класс? За все. Ну, у нас ведь нет свободных учебников. Ну, так... Дадим. Мы вам все дадим. Но вы должны повлиять на детей. Они даже не хотят с нами разговаривать. У меня есть предложение, которое устроит всех. Вы снимаете свои требования и приступаете к занятиям. А... а за это я устрою вам сногсшибательнейшую экскурсию. Куда? Туда, где вы ни разу не были. И вряд ли когда-нибудь будете. Верка! Пашка! Верка, держи деньги! Запишите их! Шурка, проклятый хам! Здорово! Задержи! Кого? Кого задержать? Задержи их! Кого? Стой! Стоп! Стоп! Et maintenant, vous arrêtez de squatter sur mon toit, hein? Autrement, je vous fais mettre en tôle et je termine le travail. Madame, enchanté faire votre connaissance. Quoi? Pardon, connaissance. Crétin. Почему? Bonjour, entrez. Venez là. Là, asseyez-vous là. Voilà, tenez, je vous en prie. Moi, je vais aller chercher votre peluche, enfin votre animal. Et voilà. J'ai pensé que comme ça, ça ferait plus vivant. Enfin, si je puis dire. Comme... l'après-midi d'un faune. Comment ça, un faune? Elle était pucelle. C'était un être noble. Elle était très exigeante. Mais tirez-vous de là! Oh. Mais virez-moi vos gueules! Bonjour. Je voudrais un guide de conversation russe et un dictionnaire d'argot russe. Merci. Так, брат. А ты думал, мы тут по филармониям? Хрен с два. Никому тут не нужно искусство. Никому. Ну ладно, ты преувеличиваешь. Да ты посмотри на эти сытые морды. Это же французы, они же деревянные. Они тупые, как дерево, как пробки. Тихо. Но не все же. Все. Да не все. Да ну, все. Ну ты серьезно? Абсолютно. А Вольтер, а Бизе?
точно такие же мудаки. Креветки с лимоном. Я не согласен с тобой. Нет. Не согласен? Категорически. А вот посмотри, сзади сидит компания. М? Салю. Волшар. Красиво. А ты знаешь, о чем мне говорят? Вот об этом. О жрачке, которую едят. Да. А помнишь, как мы? Площадь Ленина. Коммуналка. Моя кухня. Стол, бутылка водки. Один огурец. И мы говорим о высоком искусстве. О судьбах Родины, о Боге. Ай, ладно. Пианино тащу. Зачем тебе пианино на крыше? Концерты давай, дура. Давай, помогай. Это они тебе так отделали. Так, это что, за валюту? Нет, за твои красивые глаза. Тебе кто дал право тратить на себя, дура? Свободно конвертируй валюту. Это я вас сюда привел. А это кому я купила? Вот, бей. Мама на кого потратила свою жизнь. Паразит окаянный. Ах ты, старый проститут. Всю жизнь попрекает копейкой, всю жизнь мама. Я тебя предупреждала. Не говорила. Не выходила. Тихо. Шуметь, вызывать полицию. Мадам, что пардон, то пардон. Мы больше не будем. Не надо вызывать полицию. Слыхали, мама? Мы уже замолчали. Как же мне так поморчить? Тихо! А как взгляды сразу, так я пардон, пойдемте, мама! Мадон, прошу, все будет нормально. И мадон, салюви, я вас прошу, все будет хорошо. Мир, дружба, пардон, мерси. Кто сбросил наше белье? Тихо, не ори, кому нужны твои я тряпки? Я знаю, кто, я знаю, кому это нужно. Вера, я прошу. А вот я сейчас ей устрою. Вера, Вера, прекрати, что ты делаешь, Вера? Вера, сейчас. Она уже идет сюда. Вера, будет скандал. Я не дышу. Мы молчим. Засранка, идиотка, влиято. Весь Макзавец, дурак, сволочь, влият, говно, бандит. Ах так, да? Ну, я тебе покажу. А вот это ты видела? Ты! Эх, козел! Я тебя спрашиваю, что ты делаешь там? Горохов! Горохов! Ну что ты орешь? Сейчас спущусь! Во! Вот ты спустишься! Почему? Твоя проститутка, дура, французская лестница сломала! Как сломала? Что ты несешь? Ай, что делать буду, матушки? Матушка, земля родная, не увижу тебя больше! Что, Горохов? Мадам, скажи, какой ты кельки чувствуешь, мадам? Горохов! Забери меня отсюда, Горохов! Voilà. Alors, heureuse? Ce n'est pas mon Adèle. Je crois que vous n'avez pas tout à fait raison. Assurément, la lumière ne tombe pas bien, mais je vais le mettre près de la fenêtre et vous allez voir. Vous allez être convaincu. On a des fois des surprises. Так, когда-то пройдите, нехрен тут. C'est pas possible. C'est un cauchemar. Bande de merdeux! Vous regretterez de m'avoir connu. Merde! Да пошла ты! Она думала, что мы по воздуху летать будем. Excusez-moi. Vous savez, la lumière, ils sont encore plus effrontés, plus pervers. Quoi? Les yeux. Tandis que chez mon Adèle, eh bien, il y avait des choses. Là, je vous assure. Via Marzara Durak Zvola Gliat. Madame, monsieur! À cet apianine, acte à Borussia, vous plaît! Мама, давай,
plus vous félicite. Nous vous engageons. Поздравляем, мы вас берем. Mais faites attention, chez nous, ce n'est pas le Moulin Rouge. У нас здесь не Moulin Rouge. Nous professons un art sérieux. Мы исповедуем серьезность. Notre association a presque 100 ans. Почти 100 лет. И у нас Notre традиция. Maison a son règlement. Тебе придется считаться. Premièrement, il est interdit de fumer. Для начала брось курить. У них не курят. А? Deuxièmement, donnez-moi votre pantalon. И во-вторых, сними штаны. А? Штаны снимай. Зачем? Pourquoi? Je dois examiner vos jambes. А, ну понятно, снимай, в общем, штаны. Да ну ты ж... Снимай, козел. Да ну... Снимай, мудак. С работы вылетишь, он хочет посмотреть твои ноги. Ну что, тебе жалко ноги показать? En tout, il faudra 6 panneaux. Et la hauteur? 2,50 m. Et pas plus haut? Madame, ce sont des panneaux qui servent à la protection des banques. Ah non, mais vous connaissez pas ces gens-là, ils sont capables de tout. Si vous voulez, on peut vous installer des cellules photoélectriques. Ah, et ça donnera quoi? Bah, ça déclenche en traversant le rayon. Ça déclenche le système de sécurité. Ah. Soit c'est du courant à haute tension, soit c'est du gaz paralysant. Et c'est à mon choix? Bien sûr. Je peux les deux? Bien sûr. Je voudrais des pointes aussi bien acérées. Oui, avec du curare dessus. C'est possible? Je crois que vous, madame, vous avez vu trop de films d'horreur. Vous devriez être tranquille, sans curare, ça ira. Так, за нанесение физических увечий телефон конфискуем. А за моральный ущерб птичку заберем. Так, чтоб знали, что... Mais ça va pas, non, mais lâchez ça, il est tout frais, j'ai juste de l'empailler. Lâchez-le. Et il est à moi, espèce d'avorton, tu vas me le rendre? Cloporte, va. Mais ça va pas, non? Ah, très drôle les blagues de collégiens, là, je suis morte de rire. Bon, tu ouvres la porte, là, je... Mais c'est pas vrai, mais quel gros porc, mais quel plouc! Tu ouvres, Nabo! Bon, puisque c'est comme ça, moi j'appelle la police. On verra si on rigole longtemps. Toilette pour ça, mais ça m'étonne pas que ça pue ici, hein, vraiment. Madame, s'il vous plaît, dans quel arrondissement on est? Dans quel arrondissement on est, s'il vous plaît? Не отдадим ее на поругание картавым демократам. Распишитесь за депутата Бушуева. Вот здесь. Мадам, прошу. Вы французский? C'est la vie. Курица, сколько стоит? Сколько стоит курица? Laissez-moi tranquille. Эй, подруга, халат, не продашь? Je comprends pas votre langue. Что, что? Je parle pas votre langue. Je comprends pas ce que vous dites. Ой, да ты иностранка. Мамочка, я смотрю, вся дрожит. Oui, sais, а что ты холод, такой холод? Заболеешь. Девочка моя, пойдем ко мне домой. Ля-ля-ля. Буль-буль-буль. Ням-ням. Да? Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Давай-давай. Сюда.
Осторожненько, ступенечка, это со мной. Моя птичка, никому не отдам. Моя птичка. Аккуратненько идем. Так. А вот здесь осторожнее, здесь Нассена. Ага. Садись, садись, садись. Ух ты, какая хорошая, а? Какая хорошая, а? Не-не-не-не-не, это голубь, это не про тебя, не-не. Она иностранка. Ну, вали. Ну чего? Чего дрожишь? Ну, рюмочка, Христо, ты откуда? За что паспорт не снимай? Вот тебе тюрьма. Давай. Чиркнемся. С Богом. Не-н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 е, до дна. Пей до конца, до конца, до конца. Пей до дна, пей до дна, пей до дна, до дна, до дна, до дна. Да? Берет, а? Берет. Теплее, да? А халатик-то какой у тебя хороший. И ты хорошая. И птичка у тебя хорошая. Пи-пи кака. Ай, красота. Баска кака. Бугай. Нравится мне твой халатик. Бугай. И започка твоя. Была твоя, будет моя. Не понимаешь? Зато я понимаю, сэляви. А этот сюжет можно классифицировать как очередную гримасу наступающей на нас демократии. Похоже, что на священных берегах Невы скоро будут орудовать не только иностранные торгаши, иностранные шарлатаны от искусства, но и иностранные уголовники. Сегодня при попытке взломать дверь в чужую квартиру были задержаны два субъекта бомж. Делая вид, вот что они, пидорасы вонючие! Верка, посмотри! На ломаном французском языке утверждают, что являются подданными Французской Республики. При этом ни один из них не может внятно объяснить цели своего пребывания в Петербурге. Не прояснили загадочную ситуацию ни турист, ни французская кошка. Польются кошки, мышки да слезы. Кабак, а вот и лестница. Церковь не та. Не та. Да и кабак не тот. Вот их враг, месье. Мерси бья. Дарьян. А... Месье, месье, брюки где? Панталоны! Сам панталон! Никому не нужен. И все, значит, вообще больше не буду играть. Да ты ж сдохнешь тогда вот здесь под забором. Ну и все, и сдохну, зато в штанах сдохну. Да иди ты. Вот. Вот оно, ваше российское ханжество. Attendez-moi, j'arrive. Je suis française comme...
C'est mes compatriotes. Attendez-moi, là. Me laissez pas tomber. Il faut que je parle au chef. Lâchez-moi, bordel. Arrêtez. Lâchez-moi. T'es pas con. Monsieur. Mais d'accord, ami, vous pouvez venir me retirer sur mon balcon, je vous invite à dîner. S'il vous plaît, ouvrez-moi. T'es pas cajon, monsieur. S'il vous plaît, ouvrez-moi. Milice. Стена, а лестницы-то нет. Таких мест знаешь, сколько в Париже? Чёрт, что теперь делать? Не знаю. И я не знаю. Я знаю, что делать. Мадам, excusez-moi, je dois passer. Je dois passer. Привет, заходи, мне некогда. Смотрите, здесь книжки какие-то. Залезай, бабушка. А вы говорили, что не поднимем. Подняли? Мама, не правильно. Так, давай, заходи туда. Видал? Видал, тачка какая? Citroën Cabriolet. А посмотри, какие фары. Это же Гелаген. Это же Мадрид Франция. Красиво. Я серьезно, где? Да в Питере, твоя краля, в Питере. Все нормально. Как в Питере? Я Горохова на перевоспитание отправил. Мамаш, откройте уже. Дорога к вам была трудна и полна лишений. Холод и голод преследовали нашу делегацию в течение нескольких суток. Но коммунисты не сдаются. Всегда ношу на сердце и умру вместе с ним. И протягивая к вам руку дружбы в соответствии с принципами социализма и пролетарского интернационализма, мы призываем вас оплатите наше такси. Да здравствует международная солидарность трудящихся. Да здравствует нерушимая дружба между нашими братскими партиями. Но пасаран! Non, mais vous avez pris le taxi à Moscou, quoi? Неужели вы приехали прямо из Москвы? Нет, из Ленинграда. Ленинград. Вот. Смотрите. Ну, конечно же, это она самая, это Эдит Пиаф. Вот, видите, книжка про нее. Бонжур, Машерин. Силь, вы пляли с этим Не-не-не, не надо. Встань, что ты? Я отравлюсь. Aidez-moi. Успокойся. Ну вы видите, до чего вы довели знаменитую артистку, ну? Ведь ей же выступать сегодня. Успокойся. Что? Как что? Она может выступать в таком состоянии? Стендап. Так, где она должна выступать? В концертном зале. Где же еще? В каком? В Октябрьском. Между прочим, 5000 зрителей.
А ну-ка, найди мне телефон Октябрьского. Сейчас найду. А вы сами-то кто будете? Я переводчик. Эдит Пиаф, знаменитый артистки, между прочим. Да, вот, и пианист тоже по совместительству. Документ предъявите. Где документ? Откуда у меня документ? Я в концертном костюме. У меня карманов нету. Октябрьский, 20-е отделение милиции, лейтенант Врагов. У вас сегодня выступает артистка Эдита Пиаф? А, выступает. С кем, с кем? Элвис Пресли. Да. Так вот, они у нас здесь в отделении. Передам. Вам обоим привет. Мерси. Мы можем идти? То есть как это идти? У нас на вашу артистку уголовное дело заведено. За нанесение телесных повреждений должностному лицу при исполнении служебных обязанностей... Причинение. И причинение материального ущерба. Какого ущерба? А вот фуражка сломана, а за нее, между прочим, человек расписывался. А содержание под стражей. Ребята, вы что, охренели? Вы понимаете, один концерт Эдит Пиаф стоит больше, чем вся ваша петербургская милиция вместе взятая. Ну, вот и хорошо. Вот пусть она нам и заплатит за материальный ущерб. А главное, за моральный. В валюте. Сейчас узнаем. Мадам Пиаф. J'aime flâner sur les grands boulevards. Y'a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. J'aime flâner sur les grands boulevards. Parler français quelque chose. Parler français. Vous prenez de la drogue. Ok. Madame Piaf готова расплатиться вещами. Какими вещами? Ну, видео, магнитофон, телевизор, стиральная машина, сигареты. Я не знаю, ну. А можно два видео магнитофона? Тут под номером 17 неразборчиво написано. То ли Уев, то ли Муев. Капитан Чуев, двухкассетник Филлипс и фен для жены. Вот, есть. Спасибо. Петренко вас довезет до гостиницы. Спасибо. Бонжур. Седан, седан. Живот. И вы? Yes. Я бы пошел в Мадам Пиаф приглашает всех на свой концерт. Здорово. Кого это тут провожаете? Да вот, французских артистов. Как их там? Эдита Пиаф и Элвис Пресли. А ты у нас, значит, она Федор Шаляпин. Да, да. Петренко, где артисты? Как где? В машине, товарищ майор. Никакие они не артисты. Сержант Петренко, слушай мою команду. Приказываю задержать преступников и доставить их в отделение. В случае оказания сопротивления разрешаю применить табельное оружие. Тихо! Вылезай, дорогой, вылезай, вылезай. Только, пожалуйста, не стреляй. Быстро, быстро, быстро. Дверцу надо закрывать. Мадам, престо, престо, да. Давай, поехали. Престо, давай, жми на газ, гоуэм. Аван, аван. Петренко, почему не отвечаешь? Я... Сержант Петренко, приказываю ответить. Да отвяжись ты, надоел. Что? Почему отвечать, я не устал? Где преступники? Я их застрелил. Как застрелил? У тебя же патронов нет. А у тебя мозгов нет, идиот. Это не Петренко. А теперь Райт. Внимание, всем патрульным машинам, всем постам ГАИ и милиции. Разыскивается машина. Милицейский УАЗ 469. Номерной знак 94-71. Ну, наконец-то! Мы заждались, что просто места себе не находим. Верка, скажи, правда? Да, товарищ, вас дожидаются. Ты что ж, старик, фрак казенный забрал и с концами. Нехорошо. Слушай, стол накрыт. Такое событие у нас. Пошли! Сейчас вы у меня обалдеете, потом выпьем, закусим, все как положено. Не надо, водочки, чтобы согрелись, господи, слава. О, видал? Понятно? Красавица какая. Удобная, мягкая.
Гляди, амортизация какая. Ситроен, одно слово. Ух ты, маленькая моя. Так, ну давай лечиться. Вот. Пей. Пей, пей. Ну что ты, чем ты ее поешь? Подожди, стой, гомлом же поешь человека, ну. Химия, нитраты. Вот лекарство. Понял, нет? Смотри. Пожалуйста. Держи. 7-6 градусов на трав настроенный. Можно. Видал, как пробирает? Ну и мои за компанию. Вот посуда. Вот моя. О, будь здоров. А то дрянью молоком поет. О, за здоровье. А лучше всего растереть бы ее всю. А? Давай разотрем ее. То есть как? Ну как? К разденем и разотрем. Я тебя разотру. Я тебя так разотру, кобелина, что ты у меня вот там вот висеть будешь. Да я же не в том смысле. Ну-ка. Она ж больная вся, бедненькая. Она ж голодная. Пошли к нам. Давай пойдем, пойдем, слушай, у нас закуска, выпивка, пойдем полный туда. Стол. Чего тут толстый? Я тебя слушаю. Вы что, не чувствуете, что ли? Она... Николай Леонидович, вы что, не видите, что она не пойдет? Но, нет. Уйдите. Но, живым папу парили, если вам не ромашь, вы просто не ромашь, но сидел. Хорошо, хорошо. Не хочет, не надо. Как говорят у нас на Руси, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. О, парень! Тебе пришли. Ох! Здравствуйте, Николай Николаевич! Здравствуйте! Мы пришли. Очень приятно. Ну, и что дальше? А вы нас обещали сводить туда, где мы никогда не были, и вряд ли когда-нибудь будем. А? Да. Ну, пошли. Париж. Окно в Париж? Сейчас. О! Так. La fenêtre dans Paris. Oui? Non, la fenêtre vers Paris. Vers? Vers Paris. Vers Paris. Ah, vers Paris. Обед свезут. Камарад, dans 15 minutes, on arrive au Père-Lachaise. Товарищи, через 15 минут, мы будем приехать в Père-Lachaise. А Père-Lachaise, это что такое? Это ресторан такой знаменитый, как Максим. Чижов! Коля! Николай! Николай! Коля!
полицейского. Мы зашли, зашли. Все окей. Петербург, быстрее, окно закрывается. Ну и пусть закрывается. Да оно на 20 лет закрывается. До вас доходит? Доходит. Ну так в чем дело? Побежали. Ils veulent rester? Мы решили остаться. Les enfants ne veulent pas rentrer. Что? Мы решили остаться. Ils ont décidé de rester ici. Хорошо. Хорошо. Вы решили остаться, а родители? Вы подумали о родителях? Подумали, подумали. Им же ведь будет только лучше. С едой-то у нас напряженка. Вы дураки просто. Они же любят вас. Они с ума сходят без вас. Да, потому что они думают, что с нами что-то случилось плохое. Но мы же им написали. Да, мы им написали, и когда они узнают, что мы в Париже, то, конечно, будут рады. А когда мы вырастем, мы их сюда вызовем, и им тоже будет хорошо. Настя, ну а как же твоя бабушка? Ведь ты ее так любишь. Но она же умрет без тебя. Не надо, Николай Николаевич, не надо давить на психику. Вы прекрасно знаете, что ее бабушка болеет потому, что у нас в Питере нет хороших лекарств. Мы здесь купим лекарства, и она поправится. Искради. Вполне логично, сыграл мэр Романа. На какие шиши вы будете покупать эти лекарства? На что вы вообще жить собираетесь? А это вы видели, Николай Николаевич? А знаете, сколько мы всего заработали? Целых 248 франков. Вы что, всю жизнь собираетесь попрошайничать? Почему всю жизнь? Займемся чем-нибудь другим. Чем? Можно в Макдональде работать. Или хотя бы посуду мыть. Или машины. Да мало ли есть занятий. Что ты имеешь в виду, Ключкова? Красота, между прочим, везде ценится. Allons les enfants, vous n'avez pas honte. Votre professeur vous a organisé une petite fête. Et voilà votre remerciement. Vous l'avez envoyé à l'hôpital. Vous êtes cruel et ingrat. Хорошо. Вы правы. Вы родились в неудачное время. В несчастной, разоренной стране. Но это же ваша страна. Неужели же вы не можете сделать ее лучше? Ведь многое зависит от вас. Поверьте. Но вы ведь даже не пытались. Неужели же вам все это до лампочки? А вам? Мне нет. Ну, а чего же вы тогда здесь и стоите? А кто вам сказал, что я остаюсь? Пардон. Не хотим аппетит под. О! Смотри! Это ж сосед Гороховский! Колька! Стой! Стой! Подождите! Коля! Коля! Мы тут! Открой! Открой! Тебе открой! Говорят! Коля! Коля! Ходи, постой! Коля! Постой!
Горохов, миленький, я прошу тебя, паразит, иди сюда, окно закроется, иди. Закроется. Иди, иди. Тварь бесчувственная. Любимый мой. Дальше ж людям мой. Хоть попрощаться. Oh, je crois que j'ai une bonne idée.